Христос. Для того Иисус воскрес, чтобы следовать нас с небес. Он родился в Вифлееме. Зимнее ночное время, и мельтешение тусклый светит среди маленьких овечек. Скажите мне о том, что потом произошло. Назарите, но слышал, людям на земле слышал, сделал множество чудес, но распят, то он воскрес. Он родился не в роддоме, а в любом на соломе. Для того Христос родился, чтобы ты ему молился. Слышишь меня, Иисус, если я ему молюсь. Thank you.